родоначальник республиканской филармонии. Так принято говорить о фольклорном ансамбле «Ульгер» или «Созвездие». И это не случайно. Именно создание коллектива и послужило основанием для открытия филармонии в Абакане. Случилось это в 1989-м. Возглавил ансамбль композитор, педагог, позже заслуженный деятель искусств России Павел Ким. Под свое крыло он собрал ведущих исполнителей республики, в их числе Зинаида Аршанова, Людмила Арыштаева, Владимир Кирбежеков. Несколько месяцев ушло на формирование репертуара, и уже в 1990-м состоялся первый концерт «Ульгер». Это был первый съезд хакасского народа. Концерт проходил в драмтеатре. Это было очень торжественно. И именно ансамблем «Ульгер» открывалась наша программа песней «Алтын Чазы. Золотая степь». Задачей ансамбля всегда было и остается через музыку, песни и танцы, национальные костюмы, инструменты развивать и пропагандировать хакасское искусство, причем с максимальной точностью отражения его исконного колорита. У них миссия такая, на самом деле. Просто они ведущий коллектив, который ведет именно сохранение традиций, поднятие их. И сейчас, на самом деле, мы увидели, что это притягивает, по большому счету, не только публику у нас, но и за рубежом высоко очень оценили именно вот то, что можно прикоснуться к истокам. И российская, и зарубежная публика уже давно полюбила хакасский «Ульгер». Ансамбль не раз участвовал в масштабных конкурсах и фестивалях, гастролировал по Швейцарии, Бельгии, Нидерландам, Польше, Франции. Большинство поездок состоялось уже под руководством виртуоза горлового пения музыканта Вячеслава Кученова. Он возглавил коллектив в 2003-м. За 15 лет работы в «Ульгер» достигнуто немало, считает музыкант. Я хочу отметить, что именно 5 программ, которые отличаются, ни одна песня не повторяется в каждой программе. Это очень важно, и они очень значимы, каждая программа. Это «Ритм Тюров», которая была с самого начала. Вторая программа была уже создана «Щутубека». Третья программа была создана «Сабрщирусту». Потом «Алтынкёк», «Золотая кукушка» и «Кощек». Это очень большие программы. Всего сегодня в составе «Ульгер» 12 человек, поровну музыкантов и танцоров. Более того, коллектив многие годы сотрудничает с ансамблем «Кюнсузы». Нерушимым остается и творческий тандем с известными артистами Хакасии, которые в разные годы работали в «Ульгер». Все вместе в юбилейный вечер вновь собрались на одной сцене родной филармонии. Через национальную музыку дарили радость зрителю и уносили его к истокам хакасской культуры. Творческого человека каждый день это начало, потому что он понимает, что впереди новые вершины, впереди новые победы, впереди новые образы, впереди новые люди, площадки сценические, новый зритель. Любой юбилей – это некий рубеж, подвести итоги и новый вектор себе определить. И, конечно, не остались в праздничный день без подарков и сами артисты ансамбля. Каждый удостоен благодарности Министерства культуры и Республиканской филармонии. Его величество джаз. Он никогда не выходит из моды, потому что в нем сам дух современной музыки. Артист свингует, импровизирует, совмещает разные жанры и ритмы. Где еще есть такая свобода? И только здесь возможна саксофономания, потому что они созданы друг для друга. Алексей Шевченко – один из вдохновителей фестиваля и тот, кто сыграл на нем больше остальных музыкантов. Почти с детства с этой музыкой связано многое, и поэтому я с ней. Вот. А как у вас с синкопой? Синкопой все отлично. Фестиваль «Джаз в Хакасии» отпраздновал свое 25-летие. Проводить его начали как дань уважения делу Александра Куца, который в советское время поставил джазовое направление в музучилище на небывалую высоту. Учиться играть эту музыку в Абакан приезжали со всей Сибири. А в 89-м году столица первый и на тот момент единственный раз приняла международный джазовый фестиваль. Нынешний сейшн межрегиональный и собирает музыкантов с соседних городов. Джазик – главная импровизация, и это, я считаю, самое интересное, то, что ты можешь творчество свое внести в эту музыку. Как у вас с синкопой? Синкопой надо поработать. Чтобы полюбить джаз, нужно его слушать, нужно его по возможности начинать слушать с детства, чем раньше, тем лучше. В Абакане традиции джаза сохраняют свою силу. Республику представляли 3 коллектива, в том числе ансамбль Института искусств Хакасского госуниверситета. В нем вместе выступают студенты и преподаватели. Точно сказать не могу, в чем смысл песни, но если вы заметили,
наша партия немного вторила партии оркестра. То есть это было некое отражение. Мне кажется, в названии скрывается этот смысл. Оценивала мастерство конкурсантов жюри под председательством преподавателя Новосибирского областного музколледжа Евгения Серебренникова. И критерии оценки всегда одни и те же. Либо вот есть джаз, либо его нету. Я думаю, что в этот раз будет все хорошо, потому что приехало очень много народа, приехали большие составы, видимо, проделана огромная работа. Я смотрю, ребята, в общем, как-то заинтересованы. Мне кажется, что самое-то главное в том, чтобы люди были как-то увлечены в этот процесс. Не подвела синкопа абаканских музыкантов. Они достойно представили свой регион. Ансамбль «Университет-бэнд» Хакасского госуниверситета был признан лучшим оркестром. Также победу в номинациях одержали коллективы из Минусинска и Новокузнецка.